очень грандиозная программа по внедрению такой экологически чистого транспорта, очень выгодного и для населения, и для земного шара. Поэтому мы вступили. Но сегодня у нас переполняют нас такие эмоции. Мы увидели своими глазами, что тут делается для внедрения этой программы. Очень счастливы, что мы сегодня здесь. Invited. I was invited because I was not invited. I'm a leader from UK, and they are from Italy. Basically, they're all from Italy, and I came here last year, and I knew about this. So I'm one of the co-owners of this technology. So I would love to come every year if it's possible. Я могу сказать дополнить, что нам надо грамотные люди, чтобы внедрить такую технологию. Мы будем нести эту информацию в массы, мы будем обучать их, мы будем распространять это и развивать. А Event, мы уже второй год здесь, я вижу, что намного больше людей, намного вдохновленных идей, что поддерживают господина Юницкого и технологию Skyway. И я думаю, что благодаря именно таких людей мы сможем внедрить эту технологию в каждой стране, в каждом городе, в каждом селе даже. Я была поражена, насколько все организовано. Меня покорило вообще все техническое решение, все, что было сделано за это время. И сейчас уже, приехав второй раз на это, увидев еще больше всего, что было сделано, и уже реально люди, сев в транспорт, могут это попробовать и реально уже высказать свое мнение об этом, то это, конечно, очень подкупает. Но это уже работает. Это не будет работать, это уже работает. Это уже действительность, в которой мы живем, которая, ну, существует. Я вся здесь растворилась. Я растворилась в этом мероприятии. Мне все нравится вообще. Столько людей. Это сила, это сила. Такие же впечатления, как и в прошлом году, даже больше. Все очень интересно. А эмоции вообще зашкаливают, здесь очень круто, очень много людей. Мне очень нравится тот факт, что очень много англоязычных, то есть это, наверное, первый такой самый масштабный ивент, мероприятие, где приехали люди со всех стран мира, то есть у нас есть представители из Австралии, Новой Зеландии, Норвегия, Италия, Испания, Дубай, Китай, у нас есть люди из Америки, из Канады, то есть со всей Европы и даже Африка есть пара людей, поэтому вообще это круто и действительно эта компания объединяет людей со всех стран мира и также бизнес, очень много людей, которые занимаются активно бизнесом, и они приехали, чтобы увидеть, чтобы убедиться, чтобы поверить еще раз, это все пережить и это, конечно, круто, это офигенно быть здесь. The organization was good, as usual. Like even last year, we had translations, we had food, we had water, we had everything here properly organized. Честно говоря, возникает мысль об объединении народов, которые объединены вот именно этой великолепной темой. И очень хочется со всеми поделиться впечатлениями. Мы очень вообще рады, что узнали про эту идею, про этот проект. Это очень здорово, что вот все так в свободном формате, под открытым небом, что можно увидеть людей, увидеть Юницкого, сфотографироваться с ним, просто вот так вот взять автограф, что все легко, свободно, просто. И люди могут посидеть, отдохнуть и делать все, что им хочется. Самое главное, что сам увидел, приехал, людям другим рассказал, что да, это есть, я видел, я ездил, я щупал, что это на самом деле все есть. Знаете, мы даже не удивление испытываем, но вот я радость и глубокое удовлетворение испытываю от того, что прошел еще год, и мы вот видим новые трассы, новые подвижные составы. Вы знаете, подъезжая к технопарку сегодня, у меня немножко даже ноги трусились, потому что вот фактически вот то, что вы видите, сделано за 2,5 года. В октябре 2015 года был только нулевой километр и фундамент вот того вот здания, куда заезжает сейчас Юнибус, фундамент залит и все, ни стен, ничего не было. И вот 2,5 года вот это все построено. Городская система, надвесная, подвесная, навесная, подвесная. Провесные системы, юнибайк. Можно сказать, что в
впервые в жизни, вообще в мире, в истории, наверное, планеты, происходит вот такое, чтобы силами народа построить вот такую великолепную, гениальную вообще идею, вернее, воплотить в жизнь и построить вот такие замечательные трассы, такой уникальный транспорт, который еле слышно вообще, как он передвигается. To be the first passengers in the Unibike, the Unibus, it's an amazing feeling. You can't imagine to be passenger of your own transportation. What do you want more from this life? You tell me. Организация самого проекта на очень большом уровне. Это не просто видно, это, ну, мы понимаем, потому что у нас есть опыт организации некоторых фестивалей, мероприятий. Это сравнить, ну, в сравнении можно даже, да. Строит, спасает планету.